Знаете, я только сейчас узнал об этом. Смотрите. Тут, оказывается, можно статистику еще дальше вниз пролистать. Упс. А я об этом не знал. Упс. Прошло 53 километра, охренеть. Слайдинг это... А, это я когда сползал в этом, в другом мире, да? По каким-то там наклонным хреням. Загадок 36, объектов 66. 260 предметов собрал, ни хрена себе. Я похож на кого-то человека, который страдает синдром сборщичества, или как это, сборщика, или как эта болезнь называется. 20 минут я юзал зажигалку, 6 часов юзал фонарик. Фига себе, 53 минуты юзал ультрафиолетовый свет, 8 оружий убил, 13 врагов убил. Наверное, мне из-за этого не дадут концовку. Хорошую, или дадут, фиг его знает. Ладно, фиг с ним. Я думаю, мне сейчас все равно бежать до мо... Стойте. Следы? Окей. Ладно, это, видимо, ведет как раз следы к тому заданию, которое я сейчас выполнил. Вот, мне все равно бежать к мосту. Так что я думаю, чтобы вас не мучить, да, очередной этой пробежкой до тудова, то я сейчас добегу и как бы сделаю небольшой монтажик. Сейчас прямо так мау, все будет. Вот на счет 3. Раз, два, три. Ну вот, я здесь. И что мне надо здесь делать? То есть, по сути, я должен, наверное, через мост перейти, судя по карте, да? Да. Это единственный проход туда. Ну, он поднят. Ну, значит, надо его, может, как, наверное, пустить. Там внизу ничего нету. Ух ты, там рычаг. Видимо, это оно и есть. Ну, потому что внизу ничего не было, остается только здесь посмотреть. А вот здесь я как раз этого и не увидел. О, да! Эпично опускающийся мост. Сейчас зомби побегут, и музыка заиграет из Left 4 Dead. Там тан 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 тарарарам. Парарарам. Интересно, они рассчитали вот это время спуска моста, когда игрок добежит до него? То есть вот когда я добежал до него, мост вот только-только опустился. Прям в тютельку, в тютельку. Ну окей, теперь мне нужно найти, наверное, какие-то доки, да? Или нет? Постойте. А я... Я же сзади еще один причал не обшарил. Давайте я туда вернусь. Если там ничего не будет, то я все вырежу нафиг. По-моему, там причал не обшарил. Упс. Нет, здесь ничего нету. Я думал, может быть, здесь птичка стоит. Клетка с птичкой. Если птичка стояла бы здесь, то я бы убился. Потому что она бы сказала: эй, дорогой, подходи ко мне. 5 баксов, я тебе спою какую-нибудь веселую песенку. Или чирик-чирик-чирик, или грустную песенку чирик-чирик-чирик. Ладно, сейчас я добегу обратно до того места. Окейушки, куда мы пойдем сначала? Ну, я думаю, так как мы хорошие мальчики, то пойдем направо или налево лучше сначала. Кетчум. Кетчуп. А, нет-нет-нет, главного героя покемона звали Эш-Кетчум. Кетчум, вот, так вот ты куда пропал. Вот почему РТ не стали показывать продолжение покемонов. Он пошел в Silent Hill. Видимо, стал настолько крутым, что в честь его решили назвать улицу. Кетчум. Эшли. Ее только что здесь не было. Враги из воздуха материализуются. Смотрите, она мне только что показала фак, по-моему.
Ух ты, домик. Светлый домик. А, стойте. Что-то можно было обыскать? По-моему, там было написано search, нет? Просто... Нет, просто палка. Палка, палка, ковырялка. Интересно, чем ей ковыряться и в чем? Если в носу, то какой-то нос должен быть деревянный. О, опять что ли? Самый обычный дом. Да, и по-любому опять алкоголики жили, да? Не, смотрите, тут алкоголики и, видимо, умственно отсталые люди, которые ставят пустые сковородки в холодильник. Ну или там был кусочек мяса, да? Чтобы вот маленький кусочек мяса оставить. Или котлеты, или сосиски, не знаю, чтобы... What the fuck? Что-то изменилось? Это сказал Пендель. Да вроде ничего не изменилось, как мне показалось. Ага, надо поджечь. Зажечь, точнее. Так вот, оставить маленький кусочек сосисочки или котлеты, допустим, и тогда не придется мыть сковородку. Не ломающееся зеркало. Может, я оказался в зазеркалье? Да вроде как бы нет. Это дверь, нет? Вроде как пусто. Я ничего не пропускаю, да? Специально перепроверил. Нет, здесь некуда. Хорошо, что мне делать с этим зеркалом? Нет, там все равно оно... Все равно телек выключился. Давайте, не знаю, попозируем. Ничего. Ага. Что это за хрень нарисована? Господи, какая великолепная картина. Фа! Что такое? Кто? А, смотрите, в зеркале она. Вот это было неожиданно. Стойте, мне за врага посчитали? Фига себе, она мне снесла 16 хп. Нет, не посчитали. Окей. Подлечусь. Как-то он странно закрыл. А еще раз заюзать.
Блин, меня собственная тень напугала. Ну хорошо, ей надо было повернуть, я думаю, да? А что если дверь закрыть? Ну блин, что-то же можно сделать с этим всем. Ну, я даже не знаю. Хорошо, что еще здесь? Опаньки, смотрите. Не открылся шкаф. Может, надо в определенном порядке включить их? А, свеча. Что еще? О, лампа. Опаньки, опаньки, опаньки. Так, окей, что дальше? А, свеча потушилась, смотрите. Видимо, нужно зажигать в определенном порядке, да? Свеча зажглась. Телек. Телек работает. Не кажется, или теперь там телек включен? Хорошо, что дальше? По-моему, сейчас картина не повернулась, да? Ящик не открылся. Лампа. Теперь телек, и теперь свеча. Окей, ладно. Еще разок. Так, видите, теперь ящик не закрылся. Что за нахер это был? А, видимо, свеча была последним. Что нужно было сделать, зажечь? Что мне еще предлагают взять? Что это? А, пистолеты, патроны? Окей. Thank you very much. Я пошел. Какой-то странный, непонятный квест. Зачем? Из-за двух аптечек и патронов? Спасибо, сэр. Нахрен они мне не сдались. И так аптечек дофига. Сейчас просто все сожру на последнем боссе. Уколюсь. Повеселюсь. Зато мое подыхание будет просто-таки отличным. Ну хорошо, сзади ничего нету, да? А, нет, есть. Бутылка. Я думаю, что мне предлагают взять? Сэр, возьмите, пожалуйста, что-нибудь. Пожалуйста, сэр. Да, и типа деревянной хрени, которая... Вон и лодка, кстати. Снова палка. Не, очередное метро в жопу. Бесполезная просто штука. Ну, подождите, я сначала вперед бегаю.
О, вот и клетка последняя. Лети, малыш. Малыш, давай, лети. Сейчас пролетел и упал, потому что кто-то решил себе обед из птицы сделать. Зашибись, какая важная катсцена была сейчас. Это все ради чего я выпускал птиц? Окей. Ну, конечно, я еще такой очень гуманный. Хотя нет. Гуманный все-таки слово гуманизм. Ну, а как тут быть с птицами? Бирдизм? Птицизм? А больше ничего не упустил. Хотя, в принципе, мне сейчас только основное задание выполнять. Потому что, если квеста всего 13, я выполнил уже 11. То мне осталось выполнить... с квестов только ублажить бомжа и что я не хочу делать, если честно. Потому что нафиг мне не сдались, я не хочу просто возвращаться назад. И выполнить квест в банке, который я не буду выполнять. Так что все, теперь только основной квест. Ну или основные задания. Валим из Silent Hill, валим, валим. Где ключик? В топку диджея! Я уеду один! В топку эту женщину-шерифа, или кто она там? Я единоличник. Чертов засранец. Вперед, горизонт. Не, ну это не может быть конец игры, естественно. Или разработчики такие. Это разработчики, наверное, такие решили. Так. Типа. Я даже не знаю, что они хотели сделать. Типа... заинтриговать игрока. Ага. Сейчас, откуда она здесь? В топливном бачке спряталась, что ли? Ты, вероятно, издеваешься надо мной. Ты действительно думал, что все так закончится? После того всего, то, что ты видела... После того всего, что ты прошла... Ты думаешь, что отправиться в тюрьму — это лучший вариант? Мы никуда не пойдем. Что ты говоришь? Возвращай лодку. Поворачивай лодку. Ты в своем уме? Мы свободны. Если мы достигнем другого берега, там будет другой путь. Это так легко. У нас есть незаконченные дела. Я не знаю, о чем ты говоришь. Если честно, мне пофигу. Я никаким образом туда не вернусь. Это был приказ. Это была не просьба, это был приказ. Мы только что прошли через ад. Ты хотя бы об этом подумала? Нет, я не подумал об этом. Ты думаешь, что это все было случайностью? Этот город, он знает меня. Он показывает мне разные вещи. Он хочет, чтобы я закончила это. Ты понимаешь? Он никогда не отпустит нас, пока мы не закончим то, что начали. Что ты начал? Я говорил тебе, я не пойду назад. Ты можешь выстрелить меня, если захочешь. Хорошо. Окей. Зашибись. Только что главного героя убили. No turning back. Дали ачивку, то есть не возвращаемся назад. Как ты, Мерф? Ты скоро уходишь от нас? Что ты хочешь, Сьюэл? Ты должен мне оплатить мою услугу. Во-первых, о чем это мы говорим? Конечно, ты... Конечно, ты сдержишь свое слово. Порядок. Ну, по-моему, это все говорит... Это, по-моему, диалог из начала игры. Don't worry yourself about the details, Cupcake. Just take out the garbage like you did before, and we'll be square. When? There's gonna be a little disturbance tonight. The other guards and me are gonna have our hands full, so no one's gonna notice when you head down to the showers and find your guy waiting there, just like last time. And then? Oh, I think you know. В общем, говорят о том, что с очередным монстром нужно покончить, с очередным миром монстров, да? И то, что это произойдет сегодня ночью, и то, что надо идти в душ, и там все случится. Hell, I only wish I could do it myself.
Он, типа, этот того, кого мертв должен убить, он этого заслуживает, и охранник бы сам это сделал. Но, естественно, мертв ему чем-то должен. И мертв соглашается. Ну, примерно такой перевод. Ну, это, по-моему, диалог был в самом начале игры, если мне память не изменяет. Там что-то типа такого же было. Или там не дали дослушать диалоги, вот этого я не помню. И чё, я не понял, чё случилось-то? Меня вернули назад в тюрьму, да? Окей. Или типа город, типа Silent Hill не даёт... не даст пенделю сдохнуть, что ли? Судя по всему. То есть город его не отпускает, даже если он... О-о-о, какой красивый человек! Помните этого чувачка, вот эту коляску видели несколько раз уже в течение всей игры? А что это за красотень была? Такая, я хочу телефончик узнать.